Выиграл в покер и попал в поле зрения правоохранительных органов. Следственный комитет завел уголовное дело на жителя Чебоксар, выигравшего в покер 30 миллионов рублей. Следственный комитет завел уголовное дело на жителя Чебоксар, выигравшего в покер 30 миллионов рублей. По версии следствия, мужчина выиграл деньги на турнирах в Лас-Вегасе, Берлине, Копенгагене и во французском Давиле, но не заплатил с них налоги. По версии следствия, в городе Чебоксары подозреваемый уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц за 2011-2013 годы в размере свыше 3 миллионов 900 тысяч рублей, не представив соответствующие налоговые декларации в налоговые органы и скрыв свои доходы на общую сумму свыше 30 миллионов рублей, полученные за пределами Российской Федерации как выигрыши в международных покерных турнирах, проводившихся в Соединенных Штатах Америки, а также в Германии, Дании и Франции. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе назначена судебная налоговая экспертиза, а также приобщена необходимая документация из налоговой службы. В ходе следствия будут приняты меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике разъясняет, что в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства уголовное дело в отношении подозреваемого может быть прекращено по его заявлению в случае возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, а именно уплаты в полном объеме суммы недоимки по налогам, а также начисленных в связи с этим пений и штрафов.